Я говорю, разъеби ты эту дверь, долбоёб ты, блядь. Какую дверь? А кто у тебя дверь эту? Чё ты стреляешь? Какую дверь? Ты о чём? А, она у тебя, походу, сломана, что ли? Да, у меня разбита дверь, главное, это а у меня целая. Мне через что накидали, блядь? Через закрытую? А я иду, блядь. Что это? Ну что это? Кто это видел? А Бог, ты где? Ты внутри или на улице? Не, я пока на улице. Может, еще не слышал. Смотри, внизу машина, прям в отстойнике на главном два человека. Вас минута. Блять, надо вниз. Блять, ты пульс. Все, иди сам бесстрашно. Еще диагноз проебали, блядь. Ай, ну похулился подал. Тащи самбик. Не получится, нахуй, ничего. Слева во что не. Вон, вон. Давай! Противник устранен. Задание выполнено. Дерек, я блядь! Я вернулся, я видел. Молодец. Ну, вот это. Вот молодец, что не стал добивать, сука, блядь, терять время. Фух, этот человек. Да, блин, так да, игра, ну, делается. К черту эти ловушки, просто пошел, пораздавал. Да, да. Это не Ярик же сидеть там до последнего, блядь. Куда сидеть? Это чмо, блядь, просто пиксель увидел, и как в PUBG, он просто вышел, блядь, влево-вправо куда-то наклонился, блядь, и одной из пулей сразу же в голову удал.